Добрый день, дорогие ученики! Сегодня мы с вами будем проходить новый параграф. Этот параграф посвящается преобразованию выражений, параграфу 2, а тема 4 посвящается свойства действий над числами. Давайте рассмотрим теоретически эту тему. Что это такое? Что такое свойство действий над числами? Итак, первое свойство. Первое свойство называется переместительное свойство. Для любых чисел а и b верны равенства. А плюс b равно b плюс a. То есть, когда переставлять местами сумму, то сумма не изменится. Также это же свойство имеется в свойстве умножения двух чисел. Итак, если а умножаем на b и обратно b умножаем на a, то ответы всегда одинаковые будут, что это и есть переместительное свойство сложения и умножения. Рассмотрим второе свойство. Во втором свойстве говорится сочетательное свойство. Для любых чисел а, b и c верны равенства. В скобках а плюс b плюс c это равно а плюс b плюс c. Это называется свойство группировки или же сочетательное свойство. Такое свойство имеется и в умножении. То есть в скобках а умножить на b умножить на c это равно а умножить в скобках b умножить на c. Третье свойство – распределительное свойство. То есть это как? Для любых чисел а, b и c верны равенства. А умножить за скобкой b плюс c – это равно а умножить на b плюс а умножить на c. Это есть три основные свойства, алгебрическое свойство или же свойство действий над числами. А теперь в любой сумме можно как угодно переставлять слагаемое и произвольным образом объединить их в группы. В любом произведении можно как угодно переставлять множители и произвольным образом объединять их в группы. Все эти свойства, всю эту теорию можно будет закреплять следующими заданиями. Итак, рассмотрим первое задание. Первое задание, теоретическое, говорится, какие свойства действий позволяют невыполняемым вычислениям утверждать, что верно равенство. Итак, первое. 14 плюс 16 плюс 97 – это равно, в скобках, 14 плюс 16 плюс 97. Так как уже мы рассмотрели второе свойство – это по сочетательному свойству можно будет утверждать, что эти выражения или эти равенства верны. Во втором случае 25 умножить на 4 плюс 7 – это равно 25 умножить на 4 плюс 25 умножить на 7. Так как у нас имеется третье распределительное свойство, это говорится о том, что если у нас а умножить на b плюс c, то это равно будет а умножить на b и плюс а умножить на c. То есть во втором примере надо будет сказать, что используя или свойство распределительное, утверждать, что это равенство будет верно. Рассмотрим второе задание. Во втором задании говорится, вычислите наиболее рациональным способом. И рассмотрим следующее задание. Нам дается задание следующего вида. Задание второе рассмотрим. Задание второе. У нас идет следующее задание 3,17 плюс 10,2 плюс 8,83 и плюс 9,8. Требуется вычислить значение данного выражения рациональным способом, то есть используя свойства действия над числами. Так как, вот смотрите, вот выражение 3,17 дается, 17 плюс 83 мы получим целую цифру. Вот поэтому я могу что делать? 3,717 и 83 могу прибавлять. И потом там, где после запятой у нас 0,2 и 0,8, в другую скобку представляем, можно будет вычислять. Это как бы воспользовавшись свойством группировки, можно будет это выполнять. Итак, 3,17 плюс 0,83. В одну скобочку запишем. Плюс 10,2
плюс 9,8. Вычисляем. Равно 3,17 плюс 83. Мы получаем ровно число 4. Итак, запишем вот сюда число 4. Плюс 10,2, если плюсуем 9,8, то мы получаем ровно число 20. Итак, 4 плюс 20, мы получаем число 24. Это есть окончательный ответ этого задания. Что во втором задании мы вычислили значение выражения, мы могли бы последовательно выполнять, но мы это задание решили наиболее рациональным путем. Рассмотрим другое задание. В третьем задании сказано: выполните действия и объясните, какие свойства сложения были при этом использованы. Задание третье. А. Тут дается вот следующее задание. Итак, у нас идет задание А. 5 умножить на 3 четвертых плюс 13 умножить на 3 четвертых. Для того, чтобы выполнить это задание, смотрим, что так как у нас 3 четвертых и 3 четвертых имеются множители одинаковые, мы можем вынести как общий множитель за скобкой. Итак, 3 четвертых умножить в скобках 5 плюс 3, 13. То есть это равно 3 разделить на 4 умножить. Теперь 5 плюсуем к 13, получаем 18. Произведем сокращение. Так как 4 и 18 сокращаются на 2, то 2 и тут 9. 3 умножаем на 9, получается у нас 27. 27 делим на 2, мы получим 13,5. То есть мы сможем сказать, что используя распределительное свойство сложения, мы вычислили значение этой дроби. А теперь рассмотрим задание Б. В задании Б говорится, 19,5 нужно будет сложить с числом 10,1. Каким рациональным путем это можно будет выполнять? Итак, запишем. Так как у нас целые числа 10 и 19, поэтому можем писать 19 плюс 10 в одну скобочку и плюс в другую скобку запишем 5 шестых и плюс 1 третья. Так, равно. Теперь 19 плюс 10 это у нас получится 29 целых плюс. Теперь мы сможем вот эту скобку, так как тут 6 и тут 3 есть, я могу вынести в качестве общего множителя 1 третью за скобкой. И внутри скобки у нас остается число, равное 5 разделить на 2 и плюс 1. Вот так будет легче выполнять это сложение, воспользовавшись распределительное свойство сложения. Итак, 29 целых плюс мы получим 1 третья умножить 5 вторых плюс 1, мы получаем 7 вторых. Итак, равно 29 целых плюс 7 разделить на 6, или же это у нас получается 29 целых плюс 7, если разделить на 6, это 1,1, или же 30,1. Это и есть окончательный ответ этого задания. А теперь можно будет этот же пример другим способом решить и проверить. Решаем правильно или нет. Посмотрим. Итак, у нас идет 19,5 плюс 10,1. Проверим классическим путем. То есть мы сложим число целое с целым, дробное с дробным. Мы получим 19 плюс 10 в одну скобочку и плюс общий знаменатель 6 и 3 будет 6. 6 разделить на 6 – это 1, 6 разделить на 3 – это у нас 2. Итак, 5 плюс 2, или же это будет равно 29 целых, общий знаменатель, вот тут у нас 7, и тут у нас получается 6. Итак, мы получаем 29 целых, плюс так как 7 разделить на 6 – это у нас
неправильный дробь, поэтому 1,1. Или же 29 плюс 1 – это у нас 30,1. Это есть окончательный ответ. И вот мы сможем сверять эти способы решения. Рассмотрим четвертое задание. Вычислите наиболее рациональным способом. Итак, нам дается следующее задание. Вычислите рациональным способом. Итак, дается задание 50 умножить на 1,34 умножить на 0,2. Для того, чтобы вычислить рациональным путем это значение данного выражения, необходимо будет выполнять, используя свойства. Так, смотрим на это задание. Так как у нас 50 целых, я могу умножить рационально 0,2, так как если 55 умножаем на 2, мы получаем единицу. Вот поэтому мы сможем сначала 50 умножать на 0,2, и то, что мы получили, умножить на 1,34. Исходя из этого, мы можем записать вот так. 50, мы вот в этом случае используем переместительные свойства умножения, или же сочетательное свойство умножения, способ группировки. 0,2 и умножить на 1,34. Это равно. Если 50 мы умножаем на 0,2, мы получаем число ровно 10 и умножить на 1,34. Если число 10 умножаем на 1,34, мы получаем 13,4. Итак, окончательный ответ этого задания мы получили 13,4. Тут это означает, что мы вот в этом задании использовали сочетательное свойство умножения. Рассмотрим другое задание. В другом задании говорится, используя распределительное свойство умножения, выполните действие. Нам дается следующее выражение. И мы вот это сейчас мы с вами выполним. 7 умножить на 2,3. Так, задание пятое. Требуется вычислить 7 умножить на 2,3 разделить на 7. Для того, чтобы вычислить это с помощью распределительного свойства, необходимо будет дробное число 2,3 представить в виде алгебрической суммы. То есть 7 умножить в скобках 2 плюс 3 разделить на 7. Итак, мы получим, мы сможем вот так и записать. Итак, раскрываем скобку. 7 умножаем на 2, это 14, плюс 7 умножаем на 3 разделить на 7. Итак, при сокращении двух семерок мы получаем 14 плюс 3. А 14 плюс 3 – это мы получаем число 17. Это есть окончательный ответ данного задания. Ребята, на этом мы тему закончили. Вам дается самостоятельная работа. На свободное время их нужно выполнять. В этом мы сегодня закончили тему. До новых встреч. Будьте здоровы!